каждый из нас хотя бы раз в жизни попадал в такую ситуацию, когда казалось, что избавиться от навалившейся проблемы невозможно. Именно к Богу мы обращаемся в эти трудные моменты своей жизни. Какую же мольбу лучше читать при трудностях, неурядицах, несчастьях? Предлагаю внимание слушателей три дуа из сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Дуа номер один. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Аллахумма аджурни фи мусибати вахлюф ли хайран минха. Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся. О Аллах, награди меня за мое несчастье и замени его чем-то лучшим. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, что какой бы человек, которого постигло несчастье, не прочитал бы эту дуа, Аллах обязательно наградит его за это несчастье и заменит лучшим. Хадис привел имам Ахмад. Дуа номер два. Ла илляха илля ант. Субханака, инни кунту миназ-залимин. Нет божества достойного поклонения, кроме тебя, пречистый. Поистине, я был один из беззаконников. Посланник Божий, саллиллаху алейхи ва саллям, сообщил, что эту дуа читал пророк Юнус, алейхиссалям, находясь в чреве кита. Далее пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, какой бы мусульманин ни попросил что-либо посредством этой мольбы, ему обязательно будет дан ответ. Хадис привел имам Тирмизи. Дуа номер три. Я хайю, я кайюм, бирахматика астагис. О живой, о вседержатель, к милости твоей я прибегаю за помощью. Сообщается со слова Анаса, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, когда его что-то удручало, читал эту дуа. Хадис привел имам Тирмизи. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, поделиться, оставить комментарии и нажать на колокольчик.